хорошо, что пришла весна. Вы знаете, весна – это победа над голодом, победа над зимой. И даже, если хотите знать, победа над смертью. Вы так думаете? А вы? Самые счастливые люди на Земле – те, которые могут вольно обращаться со временем, ничуть не опасаясь за последствия. Подарите мне все дела Штирлица в последний год-два. Документы. Все свободны. Штирлиц. А вас я попрошу остаться.